Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о новиночке от компании Kiwi. Модель называется Alia. Это кресло категории 1, 2, 3. Оно универсальное, с 9 месяцев до 12 лет, с 9 кг до 36 кг. Чем это кресло интересно? Ну, во-первых, это итальянский бренд, который предлагает одно из лучших на рынке соотношение по цене и качеству. Оно стоит там 16, например, с копейками тысяч. Сейчас ссылку на магазин «Мир автокресел» я добавлю в описании. Там пройдете и актуальную цену увидите на тот момент, когда будете смотреть ролик. Цены, сами понимаете, меняются. Соответственно, что мне в этом кресле показалось очень забавным и интересным. Я когда взял это кресло, ну, по привычке подходишь к креслу, берешь его спокойно, а тут одной рукой хоп, и думаешь, что такое? Оно, думаешь, пристегнуто за фиксом к креслу, но нет, оно с металлическим каркасом и весит 15,5 кг. Это очень-очень прочная конструкция. Это, наверное, самая прочная конструкция, что я только видел. Чаще всего пластик, хороший спинный пластик, такой гибкий, все как надо, с всякими там накладками, прокладками. Здесь пошли дальше, сделали металлический каркас. Поэтому в плане жесткости здесь, ну я не знаю, что еще можно сделать жестче. В него, если автомобиль врежется, этот автомобиль повредится. С креслом все будет нормально. Поэтому вот здесь все отлично. И с безопасностью здесь, кстати, тоже все очень хорошо. Доверять ребенку можно смело. Теперь давайте поподробнее изучим, что оно из себя в целом представляет. Естественно, пока ребенок маленький, пятиточные ремни, как в дорогих нормальных креслах, на накладках на ремне используется прорезиненная такая антискользящая поверхность, чтобы ребенок при ДТП не скользил, не проскальзывал, а был, наоборот, лучше зафиксирован. Это вещь крутая. Вот накладочки везде, естественно. До метра роста используем пятиточный ремень, потом ребенок вырастает, демонтируем, используем взрослый ремень. Так, для маленького ребенка, для комфорта здесь есть вот такой вот классный матрасик. Тактильно матрасик реально офигенный, очень мягкий, приятный. Толщину матрасика мы тоже можем регулировать с помощью вот этой вставки. Ну, чуть-чуть подрос ребенок, хотели бы чуть-чуть освободить место, вытащили, все, он утопился немножечко. И, соответственно, стало ему больше места. Но когда вырос, убираем. Дальше у нас вот... Так это все выглядит. Едем. Ребеночек подрос. Ремни демонтируются. Я сейчас, естественно, полностью их снимать не буду. Какой смысл? Считайте, что их здесь нет. И ребенка мы пристегиваем взрослым ремнем. Да что такое? Как вот взрослый человек себя в автомобиле пристегивает, соответственно, здесь то же самое мы можем делать. В подголовнике всегда есть направляющий для взрослого ремня. Обязательно проводим ремень здесь, никак иначе. Это очень важно. Неправильно пристегнули — ремень на горле. Ремень на горле — ни в коем случае, короче, так делать нельзя. Все. Пожалуйста, вот так пристегнули, едем дальше. Соответственно, вот таким образом у нас крепится, пристегивается взрослый ребенок. По креплению кресла сейчас я вам расскажу, как пристегивает ребенок. Разобрались. Пятиточные ремни до метра, после метра уже идут взрослый ремень, автомобильный ремень. И сразу хочу подметить, когда мы регулируем подголовник, по высоте регулируется по высоте и ремни пятиточные. Это очень удобно, не нужно ничего разбирать, колхозить, там просто ужас. Когда вот так, это круто. Но производители в современных креслах все чаще и чаще делают именно так. Натягивает ремень, вот с помощью этого ремешка нужно. Так, в двух словах о тканях. Ткани здесь не самые там шелковые, наиприятнейшие, тактильно. Тактильно не раздражает, достаточно приятная ткань, но жестковато. Из плюсов. Такая ткань износостойкая. Достаточно долго вы прокатаетесь, не потеряя внешний вид, товарный вид. И еще из плюсов, вот здесь на спинке и на попе ребенка используется вот такая сетчатая ткань. Она дает нам хорошую вентиляцию воздуха летом, и мы, соответственно, ребенок меньше преет.
Для комфорта у нас есть возможность вот так вот, помимо вот этой вот ткани, вот так возможность наклонить. Угол наклона вот этот более чем достаточный для того, чтобы ребенок, когда уснул, голова вперед не висела, и он нормально спал. Вот это самый нормальный угол наклона. Так, теперь посмотрим, как его пристегивать к автомобилю. Это кресло. Здесь используется система Isofix. Еще что мне нравится, в этом кресле Isofix высовывается не сразу обе салазки, а по одной. Это удобно для крепления. Спокойно попал, потом вытащил вторую и попал второй. Ну, мне лично так удобно крепить. Но здесь демо-кресло, здесь никуда целиться не надо. Просто пристегнули и все. Это что касается Isofix. Также у нас в кресле есть якорный ремень. В кресле должно быть две точки крепления, нижняя и верхняя. Ну или за место якоря упор в пол еще бывает. Вот, поэтому якорный ремень пристегиваем сзади. Если седан, за подголовником, под пластиковой крышечкой, там еще якорик такой нарисован, крепим якорь, натягиваем. Если у вас не седан, где-нибудь на спинке сиденья, сзади будет тоже металлическая скобка, цепляем, натягиваем плотно, чтобы кресло прилегало к автомобилю. Так, что еще у нас здесь есть, посмотрим. Там такой большой-большой бардачок сзади. В комплекте еще, насколько помню, была лопатка такая, да. Вот идет пластиковая лопаточка, которая помогает после того, как мы снимем чехол для стирки, стирать можно при 30 градусах, кстати, завернуть его обратно, чтобы вы не пальцами там лазили, а специальной лопаточкой такой раз-раз-раз-раз-раз протянули, и он на место встал. Это на самом деле это настолько облегчает жизнь при установке чехла обратно, что вы не представляете. И когда его нет, это прям танцы с бубном. Поставил и обратно его. Так, кстати, еще что касается безопасности, помимо этого чуда металлического каркаса, здесь современные технологии использованы. Вот. Это система, которая гасит энергию удара при боковом ДТП. Во многих современных креслах, которые уже адаптированы по всем новым, ко всем новым стандартам, использованы вот такие похожие системы. Это реально интересная вещь, потому что боковых ДТП достаточно много. В России их меньше, в России больше лобовых, но никто не исключает. Поэтому вот эта вещь не бесполезна. Ее нужно активировать со стороны окна, со стороны салона этого делать не нужно. И, соответственно, дай бог, конечно, чтобы ничего не произошло, но активируйте, и так будет спокойнее. Это, кстати, дизайнерская серия от дизайнера Кристиана Гранда. Это такой достаточно интересный дизайнер, известный в дизайнерских, скажем так, кругах. Сейчас он вообще работает над каким-то проектом, дизайном какой-то навороченной там яхты. Ну, я к тому, что не просто так, серьезный дяденька. Ну, в общем, ладно. Собственно, о кресле все, что хотел вам рассказать, я вам рассказал. Как по мне, кресло интересное, недорого, качественно, металлический каркас, хорошая посадка, нормальные ткани. Во все современные технологии безопасности присутствуют. Обязательные краш-тесты пройдены. По посадке оно, кстати, очень удобное. В эксплуатации беспроблемное. Единственное, тяжелое. С машины в машину перекидывать – это капец как. Ну, короче, тяжелое, на 15,5 килограмм. Это лучше мужу делать. Я думаю, маме это ни к чему поднимать такие тяжести. Вот. Ну, а в остальном кресло, не знаю, как по мне, даже минусов не могу назвать никаких. Хорошее кресло, минус один – вес. Вот. Если этот обзор вам был полезен и интересен, ставьте просто свой царский лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Вот. Если какие-то по креслу вопросы у вас есть, пишите в комментарии, постараюсь на них ответить. Ну, а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребеночка. Всего доброго!